Ну что ж, моя дорогая Ольга Гридунова, я знаю, что в твоем гардеробе много черных вещей и леопардовый принт. Да, можно прямо в прямом эфире позвонить моему мужу, который вечно меня ругает за мой гардероб. Оля, траур, сплошной траур. Ну ладно, хоть леопард есть. Ну так, дорогая модница, если в вашем гардеробе также много слишком черного цвета, я предлагаю вам обратить внимание и украсить свой гардероб яркими красками осени. Несмотря на то, что у нас сегодня золотая осень, в этот цвет невозможно не влюбиться. Лично я, когда его увидела, я сказала нашей коллеге Марии, я хочу себе такую юбку. Встречайте, юбка миди Лена. Да, обрати внимание, что цвет, который тебе понравился, вторит цене премьеры. 2490 рублей. Почему такая экономия в 400 рублей? Вы что, забыли? У нас сегодня распродажа практически. Ведь сегодня акция «Золотая осень». Скидка абсолютно на все товары. Из прямых эфиров до 30%. Кстати, это новинка, но по старой цене. И я хочу сказать, что эта новинка не оставила равнодушных наших модниц. И меня это радует, мои дорогие. Что сейчас при помощи нашей модной рубрики вы стали еще прекраснее. Давайте посмотрим на другой цвет. Здесь мы видим нотки коралла, и он также прекрасен. Я выбираю этот цвет. Ольга, ты какой выбираешь? А мне тоже этот нравится. Тоже этот нравится. Больше, и да. Отлично. Если вам понравился оттенок коралловый, посмотрите, мои дорогие, в нашей коллекции он есть. Давайте посмотрим на наших моделей. С чем сегодня сочетают наши девочки эту юбку? Вот Любе как раз коралловый цвет и приглянул. Посмотри, пожалуйста, какая она стройная, красивая. Давай напомним нашим телезрителям, какой размер носит Люба. Ну так, по секрету. Ну, мы раскроем секрет, действительно, потому что Люба выглядит на 48-й. Мы подбираем правильные вещи для вас, каждая красавица. Давайте посмотрим на длину изделия. Сейчас она видна очень хорошо. 84 сантиметра. Это длина миди. Рост Любы 1,75 м. Но если вы, наша милая модница, ваш рост меньше, эта юбка будет чуть-чуть длиннее. И, кстати, наша Люба выбирает сегодня блузу Сесиль. Юбка Элена и блуза Сесиль созданы друг для друга. 2490 рублей. Вы хотите быть такой же изумительной женщиной? Посмотрите, пожалуйста, как элегантно смотрится эта юбка. Длина, да какую вы любите длину, такая здесь и присутствует. Цена, посмотрите, пожалуйста, на цену. Всегда с удовольствием призываю вас полюбоваться нашими ценами. 2490 рублей. Звонки в России бесплатные, да и оплата при получении. Так что звоните, заказывайте сейчас, будьте красивыми. Итак, наша Ирина. У Иры 48 размер, и она сегодня выбирает для себя юбку на размер больше. Именно поэтому вы видите, что она смотрится на Ирине свободно и раскрепощенно чувствует себя наша модель. Если вы любите свободу и не хотите слишком обтягивать свои формы, милая наша модница, выбирайте на размер больше. Если хотите подчеркнуть свои формы, то размер в размер. Ну а мы с Оленькой заглянули внутрь. Что мы там увидели? Mm-hmm. Во-первых, мои дорогие, вот она зона. Именно благодаря этой зоне, что здесь нет отдельного пояса, который будет впиваться в вашу талию, мы видим слегка спущенную. И посмотрите, наша зона талии усилена специальной тканью. Это флизелин. Что он нам дает, Олечка? Что? Прежде всего, сбоку не будет никакого животика, потому что благодаря усилению этой ткани ваш живот будет плоский. Свет, спасибо тебе большое. Я говорю, каждый день провожу с тобой эфиры и узнаю всегда что-то новое. Вы тоже. Правда ведь? Светлана Воронцова, она помогает вам не только подобрать идеальные изделия для вас, именно для вас, но еще и знакомит с качеством, на что нужно ориентироваться при покупке. А я вас знакомлю с ценами. 2490 рублей, два цвета на выбор, 400 рублей экономии. Звоните сейчас, потом уже будет поздно. А сейчас внимание, вот где вы видели, чтобы производитель так тщательно обрабатывал зону разреза? Здесь флизелин не случайно. Что он нам дает? Он дает нам то, что наш разрез будет всегда сохранять свою безупречную форму. И именно поэтому, именно в этой зоне он никогда не вытянется. Качественная, стильная юбка Элена. Яркие краски осени сегодня ваши.